В Твери продолжается строительство социальных объектов. Сдаются в эксплуатацию новые детсады. Одним из них после окончания пандемии коронавируса станет детский сад номер 155 на Октябрьском проспекте, который уже стал образцом для проектирования и возведения новых дошкольных учреждений. При строительстве на этом объекте применили самые современные технологии. Детский сад номер 155 на 100 мест в микрорайоне Южный открылся в апреле этого года. Губернатор Игорь Рудани лично приехал на сдачу объекта. Сегодня мы можем сказать, что детский сад отвечает самым высоким требованиям и по безопасности, и по инженерной устойчивости, по снабжению всеми техническими средствами, которые отечественного производства. По словам главы региона, проект этого сада нужно принять как единый стандарт, принимать все лучшие решения и использовать их при строительстве новых социальных объектов. Это, наверное, впервые в садике такое я вижу, чтобы комната охраны присутствовала в самом садике. Владик очень ждет садика. Всегда постоянно гуляем. Он говорит, садик закрыт, но скоро откроется. Ждет, очень ждет открытия. Особое внимание безопасности в детском саду – 24 камеры видеонаблюдения. Они расположены в самом здании и на территории. Запись выводится на экран в комнате охраны. Доступ в помещение по электронным ключам. Никто чужой зайти не сможет. Для чрезвычайных ситуаций предусмотрены пожарные выходы и двери со специальной технологией открывания. В детском саду на всех пожарных выходах существует вот такие двери, которые называются антипаника. Они существуют для чрезвычайных ситуаций. По сигналу тревоги дети вместе с воспитателями просто дружно выходят, выбегают на пожарную лестницу. Новый детский сад стал первым в Твери, у которого есть свой логотип «Росток». Этот символ обыгрывается и в дизайне интерьера. Так, на лепестке нарисованного на стене дерева детства нанесли QR-коды, по которым можно найти информацию о здании сада, воспитателях, достижениях. Свои названия есть и у каждой группы. Эколята, значит, экология, да, значит, они полностью будут погружаться в наш природный мир, изучать окружающую среду уже на уровне старшего дошкольного возраста. В нынешних условиях пандемии опасного вируса особенно актуально, что во всех помещениях размещены приборы для дезинфекции воздуха, в том числе и в спортивном зале, где маленькие тренажеры выглядят как игрушечные, но функциональны так же, как и взрослые. В нашем зале много мини-тренажеров. Это и батуты, это велотренажеры, беговые дорожки, которые красивые, многофункциональные и всесторонне развивают детей. Новый детский сад на Октябрьском проспекте задает новые высокие стандарты для других дошкольных учреждений. Сейчас в Твери строится детский сад на улице Планерной на 150 детей. Также запланировано строительство садов по 190 мест на улицах Левитана и Склескова. И ожидается, что условия для маленьких тверичан там будут созданы также на достойном уровне.